Новый сезон высшей хоккейной лиги стартует в начале сентября. Хоккейная команда «Югра» активно, конечно же, к нему готовится. В нашей студии главный тренер хоккейной команды «Югра» Эдуард Занковец и защитник хоккейной команды «Югра». Все мы его знаем и любим. Иван Лекомцев. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Новый тренер, новая стратегия, новая тактика, новые планы на сезон. Вот расскажите об этом. Ну, на самом деле, скажем, планы наверняка точно не новые, да, команда чемпион, команда, которая привыкла радовать болельщиков результатом, поэтому я думаю, что план один, чемпионский, мы должны стремиться к этому. Что касается тактики, тоже на самом деле больших изменений нету, да, команда доказывала из года в год свою состоятельность, поэтому понятно, что у каждого тренера есть какие-то свои нюансы, они у нас тоже будут, нарабатываются. Вот. Что касается нынешней ситуации, то действительно много ребят новых поменялось, скажем так, пока первого звена у нас нету, ребята ушли в КХЛ. Ну, рабочий процесс строится, как обычно, да. Мы наигрываем какие-то сочетания, мы стараемся усовершенствовать свою игру где-то в обороне, там, в атаке. То, что у нас не совсем получилось на турнире. Поэтому идет рабочий процесс. Угу. Но в любом случае, новый сезон, необходимо определить капитана. Интересно, скажите, пожалуйста, а кто, вот есть какие-то кандидатуры на капитана, там, может быть, кого-то рассматриваете или нет? На самом деле в команде много лидеров. Так. Это, скажем, то, чем «Югра» отличалась выгодно от других команд, это важная часть, такой костяк, лидерский костяк, и много ребят, которые и опытные, и поиграли здесь, поэтому в этом плане у нас хорошо все, да, но я не буду ломать традицию, была традиция выбора капитана, она и будет в команде, поэтому подождем. Подождем и увидим. И увидим, да. И увидим. Возможно, кто-то... кто находится в этой студии. Ну да ладно, Иван, мы, ну честно, скрывать не буду, рад видеть вновь в нашей студии в этом сезоне предстоящий, точнее не предстоящий, как я уже за кадром ошибся, прошедший турнир в Альметьевске. Ну давайте говорить честно, прошел, ну наверняка не так, как ожидали. Ну, смотря с какой стороны посмотреть, на самом деле, Эдуард Константинович правильно сказал, что новый коллектив, много новых ребят, и на все нужно время. Новым ребятам нужно время для того, чтобы адаптироваться к требованиям, в первую очередь, не только тренерским требованиям, да, но и требованиям вообще клуба в целом. То есть некоторые ребята приехали, которые не были, скажем так, в таких условиях, да, и им придется справляться с этим давлением. Вот, поэтому, ну, строится команда, мы в свою очередь, хоккеисты в раздевалке стараемся это, ну, стараемся новым ребятам максимально помочь в этом, да. А есть молодые, и я бы даже сказал, что, наверное, вот сколько я нахожусь в команде, в этом сезоне это было самое большое количество ребят молодых, именно воспитанников наших с МХЛ, молодежи, и я считаю, что некоторые ребята достаточно хорошо себя проявили, вот, и у них будет хороший шанс, на самом деле, заиграть, и даже в этом сезоне. Вот, поэтому это рабочий процесс, правильно говорит главный тренер, что, ну, было бы странно, да, и наивно полагать, что мы сейчас выйдем из первого турнира, с первой игры. И как начнем как начнем всех удивлять, что мы вот как бы с чистого листа начали, да, снова показывать тот результат. Нет, на все нужно время, и хорошо, что в клубе работают все профессионалы, и все это прекрасно понимают. То есть сейчас никакого нагнетания нету, то есть абсолютно спокойно мы готовимся, работаем и знаем, над чем нам нужно работать. И тренерский штаб знает, над чем нужно работать. И мы, в свою очередь, как хоккеисты, тоже отдаем себе прекрасный отчет в том, в чем нам нужно добавлять. Нужно привыкать к новым требованиям, они тоже новые для нас. Ну, как для нас. Для тех, кто уже поиграл, они не новые, потому что, в принципе, они достаточно похожи там, да, и специфика работы, она одинаковая. Вот, поэтому нормально, все хорошо. Я думаю, что болельщиков будем радовать, я в этом уверен. И приходите на хоккей, мы всегда будем рады, ждем. Ну вот, собственно, и о первой игре уже сезона 22-23 годов. Она состоится вот буквально совсем скоро, 3 сентября, ведь правильно?
Ну да, время быстро летит. Вроде бы. Да. Предсезоночка пролетела. Ну и буквально два слова о том, что сейчас состоится выезд в Санкт-Петербург. Все правильно? У меня точная информация тоже. Ну, мы можем его назвать небольшой турнир? Или это просто еще раз как настроить какие-то моменты, настроить команду, настроить рычаги и так далее? Ну, на самом деле, это уже последний турнир, да. Понятно, что хочется, да, чтобы уже, скажем, по прошествии этого турнира у нас все было налажено, да, поэтому мы будем к этому стремиться. 5 игр нас ждет, и для нас важно, чтобы в этом турнире мы уже, там, образно говоря, не только акцентировались на каких-то деталях, да, там, тактических, но чтобы и был результат определенный. Ну, слушайте, хоккейную команду «Югра» действительно любят болельщики. Они любят не только за победы, вот, но и за какие-то досадные, там, я не знаю, промахи. Мне кажется, в этом и есть наш югорский дух, потому что все видят, как ребята выкладываются, как работает главный тренер, все работают на команду, все работают на результат. И победы клуба – это тому подтверждение. Поэтому я буду там, на секторе «Д». Может быть, где-то еще. 3 сентября мы приглашаем всех на матч нашей любимой хоккейной команды «Югра». Что же, в добрый путь, в добрый сезон. И пусть он, конечно же, для нас будет... Не буду загадывать. Ладно, вам спасибо огромное. Золотым. Все, я не удержался, сказал. Вам спасибо огромное, что пришли, что рассказали. Доброго бодрого утра желаем вам. С гостями прощаемся. С вами же увидимся. 2,5 хоккейных минут. Дождитесь.